Визит главы округа на предприятие связан с проверкой выполнения постановления губернатора Московской области. Согласно документу, организациям и индивидуальным предпринимателям, которым разрешена деятельность в период режима повышенной готовности, предписано строго соблюдать требования по соблюдению санитарных норм на производстве. В городском округе Воскресенск всего чуть менее 5000 предприятий, которые осуществляют финансово-хозяйственную деятельность. Из них 19 предприятий считается крупным. Это предприятия, в которых численность составляет свыше 250 человек. Валовый годовой доход составляет более 2 миллиардов рублей. Могу сказать, что на крупных предприятиях у нас работают около 6200 человек. Вот сегодня мы с вами находимся на предприятии «Химволокно». На предприятии работают 180 человек, и все работают. Полиэфирные волокна завода применяют при изготовлении медицинских защитных масок. Выпускают здесь и другую продукцию. Наше предприятие – это импортозамещающий проект. Основное направление – это производство полиэфирных штапельных волокон, которые используются в первую очередь это для автомобильной промышленности, для дорожной промышленности, одежда, одеяло, подушки, фильтрующие материалы, в том числе и маски. То есть спектр применения готовых волокон очень широк. На предприятии «Химволокно» непрерывное производство. В период эпидемии коронавирусной инфекции ни один из сотрудников не приведен на удаленную работу. Наше предприятие, так как относится к непрерывному, соответственно, мы принимаем все меры ежедневной дезинфекции бытовых помещений, производственных помещений, обеспечение масками защиты медицинских всех сотрудников. И проводятся ежесменные замеры температуры тела для контроля состояния. На предприятии, естественно, выполняются все меры защиты. Первое – это утренний фильтр, конечно. Второе – это на предприятии сотрудники обеспечены всеми средствами защиты. Проходит санитарная дезинфекция мест работы. Поэтому режим соблюдается, который утвержден у нас постановлением правительства и Московской области. В сложное время у предпринимателей, руководителей предприятий и организаций возникают различные вопросы, в том числе связанные с поддержкой бизнеса. Мы общаемся не только по телефону, но и через режим видеоконференц-связи. Первый вопрос и самый главный, который задают у нас предпринимательское сообщество, это когда будут введены пропуска. Могу сказать, что на территории Московской области пропусков нет. Предприятия могут работать спокойно и передвигаться, но соблюдать режим как раз безопасности, то, что касается эпидемии. В Московской области создан единый телефон поддержки бизнеса 0150, и предприниматели могут обратиться по этому телефону и получить необходимые ответы на свои вопросы. Также я бы хотел сказать о том, что сейчас вводятся налоговые каникулы на 6 месяцев. Кроме того, некоторые банки, это Сбербанк и Возрождение, ввели беспроцентные займы, также для выплаты заработной платы. Ну, естественно, это льготное кредитование. Евгения Светлая, новости из КРВЭКТ.